Сегодня «Авангард» проведет свой первый домашний матч. Рядом со мной стоит Кирилл. Кирилл завершил свой мотопробег. В Москве я был 8-го, Балашиху приехал 9-го. Скажи, как себя в пути повел твой железный друг? Полупластмассовый. Без проблем. Какие-нибудь нюансы по дороге случались с тобой? Да не, все обычно. Единственное, вчера, когда уже катались здесь вечером по городу с Галимовым, то заехали в место шлагбаум. Я знаю короткую дорогу. Конечно, но откуда я знаю? Навигатор, поверните налево, поверните направо, направо, налево. Где-то мы не там повернули, и все. Выбора нет, мы будем болеть дистанционно, стараться ходить на фан-зоны. В любом случае, конечно, нам победы, хотелось бы кубок потрогать, но я думаю, что если будет самоотдача, то уже мы будем счастливы. Если вы не знали, что нужно для трансляции хоккейного матча по телевизору, это, в общем, три грузовика, куча проводов и толпа серьезных мужичков. Ты дурак, что ли, эй? Ну а мы с вами пойдем на площадь, кто ведет интересно сие мероприятие. Ты сам откуда вообще? Я могу так сказать, что есть друзья и далекие давние друзья из города Омск, но сам я далеко не из Омска. Вообще за хоккеем следишь? Кого знаешь из хоккеистов ныне играющих? Илья? Не Ковальчук. Давайте скажем так, когда увидят это болельщики, конечно же, я всех знаю, просто держу это в секрете. А скажите, как добрались? Сложно как бы. Как думаете, результат какой сегодня? Это избиение младенцев. Ну я надеюсь. Игра покажет. Это, как бы, да. Сегодня на площади продают сэндвич с сельдью. Здрасте, а что такое за сэндвич с сельдью? Новый московский стайл. Сэндвич с сельдью. Ну а мы давайте посмотрим, какие же активности и приколы сегодня встречают зрители здесь. Сзади меня G-Drive кафе. Гамбургерами, фридж-догами, кофе и, конечно, нашими прекрасными напитками. А как у нас насчет... Вот, Мы придерживаемся здорового образа жизни. Мы сами из Омска приехали. Мне очень понравилось, что есть велосипедные дорожки у вас, где река, вот эта зона прогулочки. Другой прикол, что у нас велосипедов нет в городе, но это ладно. С Омску 302 года. Что на 302 рубля я бы мог у вас покушать? Несколько пирожков, плюс чай, плюс кофе. Два гамбургера съесть. Нет, один гамбургер, либо два френч-дога и хот-дога. Привет! Расскажи, что ты делаешь? Я рисую аквагрим. Я хочу выглядеть так же, как и ты. Прям трушный фанат, ребята. Победа, ребята, победа! Hello, darkness, my old friend. Сегодня на матче было 5116 зрителей. Как игра? Супер великолепно. Голос сорвал, не знаю, как завтра работать буду. Замечательная игра. Авангард! Отлично! Когда ты был последний раз в Омске? В Омске был в прошлом году. Скучаешь? Скучаю очень сильно. Прошло уже, не знаю, 10-15 лет, но ты до сих пор самый популярный футболист из Омска. Расскажи, почему так, как думаешь? Может, у нас просто других футболистов нет, которые завоевывали такие награды. Ты снимался в фильме «Тренер». Ты снимался в нашей «Раше». Мы тебя видели в рекламе «Пепси» вместе с Лионелем Месси, Рональдиньо, в рекламе «Пумы». Получается, ты еще самый популярный омский актер. Как так? Ну, если хочешь, можно все успеть. Мне просто интересны разные темы, поэтому я успеваю все сделать. Мы знаем, что любишь и футбол, и хоккей, и хотим попросить тебя на буквально 30 секунд попробовать совместить эти две вещи. Ну, не знаю. Футбольщик, мальчики походят. Расскажи, как ты вчера покатался на мотоцикле по Балашихе? Я еще пока об этом не хотел нигде не выкладывать и говорить. Блин, мне понравилось первый раз.
Сегодня стало известно, что Игоря Бабкова признали лучшим вратарем первой недели КХЛ. Я ему хочу сделать какой-нибудь подарок, но у меня всего 250 рублей. Как думаешь, что вот Игорю можно на 250 рублей купить? Что ему можно купить? Блин, билет на маршрутку купи ему. Ну да вот он здесь где-то снимает квартиру, пусть на маршрутке как раз будет ездить. Где ты живешь сейчас? На проспект Гагарина, по-моему, что-то, дом 27. Возможно, сейчас перееду сюда поближе, к арене. В новой квартире телевизора нет. Переезжаешь чисто из-за телевизора? Ну, больше да. У вас есть шапка, которую вы вручаете, да, лучшему игроку? Кто ее стирает? Ой, честно, не знаю. Ну, у нас есть деда, он стирает шапку, наверное. Он занимается стиркой, наверное, он стирает шапку. Примерно 10 дней вас уже нету в Омске. Сейчас я буду зачитывать две новости. Я хочу, чтобы ты попробовал угадать, какая же все-таки новость правда, а какая нет. Первая новость. Амич доехал на велосипеде до Исландии. Или Амич на лошади перевез всю семью жить в Тюмень. Не верю, если честно. В Омске все, что угодно. Да. Предположу, сейчас Исландия-то где у нас? Сейчас. Ну, скорее... Давайте пусть в Тюмень перевезет семью на лошади. Нет, эту новость я полчаса назад придумал. Полиция нашла омского мальчика, которого 11 лет назад воспитали цыгане. Или в омском троллейбусе уже трое суток катается птица. Опа. Первый вариант, мне кажется, правдивее. Да, на самом деле, Амич устроил на даче салют и сжег 4 дома. Или Амич с ножом ворвался в магазин, чтобы украсть пачку семечек. Второй вариант. Это совершенно верно. Вот Игоря Бабкова признали лучшим вратарем прошлой недели КХЛ. Я хочу ему сделать подарок, но у меня только 250 рублей. Вот что ему на 250 рублей можно купить? Купи сок ему какой-нибудь вкусный или невкусный. Купи что-нибудь это неприятное и все. Кислое что-нибудь. Во-первых, я снял себе квартиру, но во-вторых, и это самое главное, «Авангард» выиграл все свои первые домашние матчи. Да все. Смотрите «Авангард ТВ», подписывайтесь на канал, дальше будет еще круче. Close, when I get close on the coast. Ghost.